Театр, доступный каждому. В Киеве сегодня официально открыли обновленный театр на Подоле. Реконструкция здания продолжалась 21 месяц, а стоимость ремонта затянула более чем на 170 миллионов гривен. Главный режиссер Виталий Малахов говорит о том, что их театр начинается не с вешалки, он начинается с лифта для людей с особыми потребностями. В зале первые два ряда кресел в считанные минуты собираются, освобождая место для колясок. Кроме этого, цены на билеты, по крайней мере, на балконе, будут довольно демократичными, так обещают в театре, чтобы каждый смог позволить себе насладиться искусством. На церемонии открытия приехал президент Петр Порошенко, мэр столицы Виталий Кличко и также известные театральные режиссеры и актеры. Я уникальный театр. Храм. Храм мистецтва 21-го столетия. И он, нарешті, є в Києві. Я впевнений в тому, що ми всі ним будемо пишатися. Я впевнений в тому, що для багатьох мистецтво, театральне мистецтво України буде відкриватися саме в цьому будинку. Знаєте, от я не хочу говорити, що це моя мрія. Моя мрія значно далі. Це сьогодні якийсь певний етап, який зараз, напевно, змінить і мою долю, і долю акторів.